Накануне страна отметила один из самых молодых праздников – День России. Отмечают его с 1992 года, однако свое официальное название приобрело лишь в 2002 году. Согласно социологическим исследованиям, еще 10 лет назад, 12 июня, население воспринимало лишь как очередной выходной день. Однако теперь этот день стал настоящим праздником. Молодежь в Нальчике отметила его в оригинальной манере, как именно в материале Тахира Дадуева. Для тех, кто здесь собрался, утренняя зарядка – лучший способ отметить праздник. В этот раз ее провел мастер спорта по метанию копья Артур Артамонов. День России для присутствующих больше, чем красный день календаря. Здесь и спорт, и танцы, и даже своеобразный урок географии. Мозаику из регионов России собирал каждый желающий, точнее, тот, кто знает. С волонтерами тщательно продумывали, как же правильнее это сделать, и все-таки решили, что это должен быть весь контур Российской Федерации. И вот теперь каждый человек, подходя, он примерно понимает, если он крепит Красноярский край, он понимает, где находится Красноярский край на контуре нашей страны. Каждый регион получил свое пожелание. Одним – дружбы, другим – благосостояние. Отметить молодой праздник здесь, в городском парке, собралось немало, можно сказать, сверстников даты – молодежи. С этого дня, говорят организаторы, отмечать праздник таким образом в Нальчике будут регулярно. Здоровый образ жизни – одно из приоритетных направлений сегодня молодежной политики. Ну, мы план себе по количеству не ставили, я думаю, порядка 100 человек все вместе есть. Это наша вторая зарядка в городе. Я думаю, к концу лета выйдем с 1000. Триколор – подарок каждому желающему от юной художницы Галины Корсаковой. Не тарелка, а роспись по телу. Через полчаса флагами России на щеках щеголяли практически все. Разрисовывать лица Галина любит даже больше, чем писать на холсте. Волонтер молодежного центра уверена, если сильно захотеть, можно раскрасить весь окружающий мир. Зависит, наверное, от настроения, от позитива, который внутри. Все равно человеке интересно не знать, потому что сам человек, он уже совсем другой. И на каждом получается всем по-разному. Почему мы такие, мы патриоты? Потому что мы делаем, мы строим Россию, мы помогаем как-то молодежи, которая подрастает. И мы понимаем, что это наше будущее, и мы – это будущее нашей России. Мы поэтому гордимся, и мы любим, мы патриоты своей страны. А затем был концерт восходящих звезд республиканской эстрады, который завершился красочным флешмобом. Тахир Дадуев, Аслан Хандохов, Вести, Кабардино-Балкария.